11 апреля на заседании под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова был рассмотрен вопрос модернизации объектов отдыха и оздоровления детей. Было решено в обязательном порядке проанализировать ход подготовительных работ до начала сезона. Премьер заявил, что инфраструктура детского отдыха планирует принять свыше 34 тысяч детей. Это более 7% школьников. Вопрос на заседании был поднят неспроста. В ходе проверок было выявлено, что корпуса некоторых лагерей находятся в аварийном состоянии. Изношена материально-техническая база и все еще неблагоустроенные территории. Министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев рассказал, что в целях увеличения количества функционирующих детских лагерей Миноборонауки Республики Дагестан подготовлена программа по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских оздоровительных лагерей республики, которая включает в себя проведение капремонта объектов отдыха и оздоровления детей. Стоит подчеркнуть, что в текущем году для осуществления деятельности организации отдыха детей и их оздоровления в государственную собственность планируют передать 6 муниципальных детских стационарных лагерей и 2 оздоровительных «Орбита» и «Дошлагар». Продолжается работа по возврату в федеральную собственность детского оздоровительного лагеря имени Назарова «Дагдизель». В завершение совещания премьер попросил руководителей всех заинтересованных министерств приложить максимум усилий, чтобы указанные поручения были реализованы. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев, новости телеканал «Среда».